Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И это видео я записываю сразу же вдогонку предыдущему. Мы только что вернулись из женского монастыря. Я просмотрела видео и увидела, что вот этот вот камешек я пропустила. Обсидиан. Все те, кто загадывал на него, я прошу прощения, что пропустила этот камешек. И специально для вас я сейчас делаю это видео. Вы сейчас загадаете три желания на этот камень. Первое, второе и третье. И я тремя маятниками посмотрю, какое же желание у вас исполнится, какое не исполнится, и будет ли вообще ответ с космоса. Загадайте первое, второе и третье желание. Кто присоединился, кто только что включил это видео, тоже может присоединиться и загадать три желания. Итак, начинаем. Давайте посмотрим. Первый берем маятник из сердолика. И посмотрим, исполнится ли оно или нет. Но очень тяжело. Вы знаете, исполнится, но в какой-то маленькой степени, или у вас очень маленькое желание, или же не на 100%. Исполнится, но не на 100%. Или же время еще не пришло. Теперь давайте посмотрим второе желание, которое вы загадали. Возьмем маятник из авантюрина. Ну вот странно, тоже оно потихоньку работает, потихоньку раскручивает. А вот пошло, хорошо, желание исполнится. Но вот смотрите, еще что я хотела вам сказать. Если маятник идет по часовой стрелке, желание исполняется так, как вы себе его представили исполнение. Если же, как сейчас вы видите, маятник идет против часовой стрелки, желание исполнится, но только неожиданно для вас другим образом, другим способом оно исполнится. Итак, третье желание, которое вы загадали, мы также берем авантюрин. Этот камешек я заряжала в августе на затмение лунное. Как раз его приобрела именно в это лунное затмение, и как раз было затмение лунное, я его именно вот зарядила на Луне, когда она исчезала. Третье желание. Ну вот видите, и третье желание у вас исполнится. И смотрите, маятник постепенно начинает еще сильнее раскручиваться. И тоже он крутится против часовой стрелки, значит, ваше желание исполнится, но только не так, как вы себе представляли, а неожиданно для вас другим способом, другим путем. Ну вот видите, как все прекрасно складывается, не все, не зря бывают такие вот вещи, когда я, допустим, забыла сегодня на этот камешек вам погадать, но вот сейчас я сделала в тройном размере, как говорится. Еще я хотела бы вам вот что сказать. Когда я делала вот эти вот магические действия сегодня в беседке в монастыре, мне дочка задала вопрос: «Мамочка, а как это так получается? Вот сейчас ты будешь делать, записывать видео, а потом ты его выпустишь на следующий день, а как же желания люди будут позже загадывать? Как же, где здесь нестыковка идет?» На что я ей ответила, и вам, дорогие мои подписчики и гости моего канала, я объясняю. Все очень просто. Это мы здесь, когда
мы живем на земле, и мы привыкли, что время идет именно так, как оно идет. То есть есть начало, есть конец, есть середина. Вот мы утром проснулись, пошли в ванную, приняли душ, покушали, оделись, пошли кто в школу, кто на работу, вернулись. Вечером сделали уроки или отдохнули, посмотрели сериал, спать. Ну, все идет закономерно, правильно? А ведь действительно в пространстве такого не существует. Там нет начала, конец или середина. Там есть, там истина. Что такое истина? Ну, для нас, христиане, истина – это наш Бог, правильно? Иисус Христос. Для кого-то истина – это что-то другое, другая вера, исповедание или еще что-то. Ну, в общем-то, там время совершенно по-другому идет, абсолютно не так, как мы себе представляем. Даже вот если я отклоняюсь, мы видим сны, правильно? Мы видим сон, и когда мы просыпаемся, мы его начинаем рассказывать так, как мы его представляли, что видели от начала до конца. На самом деле существует такая гипотеза, это опять-таки научно не доказано, но существует такая гипотеза, что мы видим сон с конца, а потом мы видим его уже начало. То есть, допустим, у нас открылись ноги во сне, одеяло сползло, и ногам стало холодно. Мы сразу же, мозг начинает работать, почему холодно? Когда нам бывает холодно? Зимой. Мы видим снег, как будто мы идем по снегу. Но это уже домысливает, дорабатывает наш мозг. Здесь наш опыт берется, и, в общем-то, вот у кого какое воображение, рисуется этот мозг, выстраивается сон. Вот этот вот мостик от реальности и нереальности. Точно так и здесь происходит. Когда я разложила в беседке эти камешки, и сейчас с этим камешком работала, и когда вы увидите завтра, я выпущу эти выпуски, космос, уже пространство, это уже давно известно. Какие вы желания загадаете, это все уже известно. Там наперед все знают, что вы хотите, что вы желаете, что вы для этого будете делать, исполнятся ваши желания или нет. То есть в любой момент, даже если это видео кто-то посмотрит через год, через 2 года, через 10 лет, через 25 лет, это видео кто-то просмотрит и в онлайне будет загадывать на какой-то камешек, оно будет работать. Я надеюсь, я объяснила, в общем-то, толково. Не знаю, может быть, у кого-то, если есть какие-то вопросы, задавайте. Но я постаралась простым языком доступным объяснить. Я думаю, ну, если моя дочка 13-летняя поняла, то я думаю, что вы, взрослые люди, тем более поймете. Вот. И еще что хотела вам сказать. На следующие выходные мы планируем поехать на святые места, в город Минеральные Воды. Там часовня, где захоронены мощи святого батюшки Феодосия. Это очень сильное место. Там исполняются, ну, практически все желания. Я вам потом, когда поедем, я вам все попутно буду рассказывать. Значит, что я думаю по этому поводу? Все те, кто ко мне обратился за просьбой, с кем я сейчас работаю, делаю расклады, помогаю, всем тем я самолично напишу записочки от каждого и отвезу, положу на святое место. Туда многие люди со всех городов, со всего мира туда едут, чтобы оставить записочки, и желания их исполняются. Это очень сильный святой. Батюшка Феодосий Кавказский. Я про него потом вам расскажу. Значит, все те, кто на этой неделе успеют до выходных связаться со мной по Вайберу, по Ватсапу и записаться на платный прием, всех тех я тоже запишу их пожелания и отвезу на эти святые места, положу эти записочки. Но, естественно, даже если вы не запишетесь ко мне на прием, за всех за вас я буду молиться, за всех своих подписчиков и гостей каналов я буду за вас молиться и просить помощи для вас, чтобы все ваши желания исполнялись во благо вам, во благо всем окружающим, и чтобы не вредили никому, а были только настроены на позитивную волну. Ну вот такой вот небольшой видеоролик я отсняла. Я вас всех очень люблю, целую, обнимаю и
До встречи, до новых встреч и всего вам самого наилучшего в мире!